Андрей Дрозд в поле каждый день, с раннего утра и до 11 вечера. Спешит. Хлеб нужно убрать как можно скорее. В самом разгаре уборочная кампания. Когда-то попробовал сесть за руль комбайна. Получилось, понравилось. Сначала проработал помощником у отца. Последние 2 года трудится вместе с братом. У меня отец уже 30 лет работает в роли тракториста. Для него это уже в этом году 31-я уборочная. Вот. Ну, я, наверное, пошел по его стопам. Эта работа важна, так как мы обеспечиваем страну хлебом. На днях Андрей Дрозд вместе с братом Сергеем намолотили свою 1000 тонн зерна. В хозяйстве «Рассвет» к таким показателям привыкли. В 2020-м экипаж выиграл областные соревнования. Губернатор Леонид Заяц лично благодарит тружеников. Дипломы и хорошее материальное вознаграждение. Церемония недолгая. И опять за работу. Очень приятно отметить, что вот мы стоим на поле, которое дало вчера урожай 7 тонн за гектара. Это достаточно хороший результат для Могилевской земли, для Кировского района в частности, ну и для хозяйства «Рассвет» имени Орловска. Рапс 46 центнеров. Вот пшеница я называю урожайность. И виды на оставшийся урожай достаточно высокие. Уверен, что мы выполним поставленную задачу. Кампания на полях хозяйства идет высокими темпами. Жатва началась почти на 2 недели раньше обычного. Аномальная жара внесла серьезные коррективы в процесс созревания зерна. Сейчас уже убрано 15% площадей. Параллельно заканчивается сбор озимого рапса. Уборочная – горячая пора для хозяйства. Работают без выходных. Каждый день 12 экипажей, а это 24 человека, трудятся в полях. С 6 утра и до захода солнца. В прошлом веке «Рассвет» гремел на весь Союз. Колхоз одним из первых в СССР стал выпускать продукции на 1 000 000 рублей в год. Держит марку и сейчас. Предприятие одно из крупнейших в Беларуси. Трудятся здесь около 900 человек. Садят хлеб, выращивают яблоки и черную смородину. В теплицах высаживают огурцы и томаты. В открытый грунт – капусту и лук. Сахарную свеклу и картофель. Гордость комплекса – рыбное хозяйство. Много людей работает на различных направлениях, но это дает возможность нам во все время, то есть в каждое время года иметь какие-то выручки для того, чтобы платить заработную плату достойную и чтобы покупать все необходимое для производства. В Могилевской области все 170 хозяйств активно включились в кампанию. Уже убрано 80% озимого рапса и 15% зерновых. Средняя урожайность почти 32 центнера с гектара. Более 1 700 000 тонн зерна – вес белорусского каравая. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.